Вот здесь это находится. Я боюсь, как бы он не вмерз нахуй в лёд. Ты наклони на эту, на березу. Он сработает, ничего? Не должен. Воткнул? Все. Кстати, так. Все, прыгни. Так. Чему ее привязать? К стволу? Да. Ну нет же смысла ее сильно привязывать, да? Ну, как тебе сказать? Ну, на два узла, да? Ну, конечно. На два узла и бантик. Перекинь сюда. Рядышком, да, с ней? Я вдоль этой ухи, иди так. Забор, иди. Так, можно на пополам, наверное. Ближе одну ставь, прям капкану, блядь. Ага. Видишь, как у меня ага. К самому краю. Еще одну можно. Ага. Что ты хочешь делать? Ну вот так вам сейчас поперечим кинуть. Коротка кольчужка. Ага. Сейчас длинную я найду. Вот. Длинную берем. Ага.
А где большая? Ну и давай. Что там у тебя она не ложится? Все, легла. Ну ветки обламывай нахуй, чтобы она легла, чтобы она вот здесь этот душок перекрыла. Ну вот где видишь. Так вот. О! Что вы там? Да нихуя, скажи. Тут пытаешься шебуршиться? Трой прошел. Да? Ага. Выходи, гондон, чтоб ты не был. О, быстрый шаг. Так, ну все тогда. Эй, принимай тут конец. Угу. Угу. Нихуя не вижу только куда. Вот так. Нормально, нормально. Давай, давай, заводи под эту клетку. Опыт у нас. Вот так вот и должно быть. Если не какой-нибудь хвост прихуярит. Ну два узла, что он развяжет, что ли, ведерко будет? Да не два. Ну не замерзал, понятно. Да. Попробуй, что он тут пойдет. Ну ладно, посмотрим, что будет. Ну вот, приехали проверять капкан на бобра. Творит бобер в лесу. Видите, был осинник, и от осинника совсем ничего не осталось. Все захерачило. Полностью лес вырезает. Ну что вылазил, следов не видно, но это не факт. Прям сильно как поднялась. Держи. Давай ружье. Как стоял, так и стоит.
Ну вот, бобр не попался. Раскопаем, чтобы бобрика зашевелить. Ботинку. А ты вон с края, Андрюх. Вон где Виталий, Андрюх, ты, здесь ходить можно. Вон дальше. Ну там-то лучше будет. Да, и сам разбирай там. Так-то ты эту тему вообще круто придумал. А? Так-то ты круто вообще придумал. Начнет падать уровень, и бобр зашевелится. Он будет пытаться выходить, чинить плотину. Ну а мы, соответственно, будем его ждать. Ну, вода вниз пошла, видно прям. Видно, вода вниз пошла. Подвесь нахуй. Давай. Так. Там что-то вдалеке, а не хватит.